История, которую не стоит забывать, а именно так обозначила жанр режиссер-постановщик Урсула Макарова. Жизнь базарного торговца волнует людей снова и снова. Но, как говорят сами актеры, у каждого спектакля своя жизнь. И 21 января «Забыть Герострата» пройдет в последний раз. Эта постановка была осовременена за счет музыки и костюмов, чтобы быть доступной для более молодой публики. У Герострата появился свой зритель, который приходил в зал снова и снова. Актеры же по-настоящему сроднились со своими ролями. Этот персонаж мне стал близок, я много почерпнул из него. И даже в жизни некоторые моменты я стараюсь теперь делать как Клеон, чтобы было все по справедливости. Не только в Саранске успели полюбить этот спектакль. На фестивале в Липецке зал встречал мордовских актеров овациями, поэтому недолгую жизнь постановки длиной в 5 лет можно считать успешной, яркой и незабываемой. Государственный русский драматический театр приглашает всех тех, кому успел полюбиться спектакль, и тех, кто не знаком с водоворотом событий в Эфесе. Пусть приходят, мы приглашаем, пусть посмотрят, все-таки последний спектакль, а вдруг... Играю последний спектакль, и администрация театра скажет: а нет, там мы не снимаем. Еще будем продолжать играть этот спектакль. Вот такая надежда, вот теплится. Константин Курбатов, Владимир Ильин. Наши новости.